Череповецкий литейно-механический завод в прошлом году отметил 70-летие. На предприятии выпускают больше полусотни уникальных погрузочных и сельскохозяйственных машин в месяц. Когда сократились поставки из-за рубежа, выросло количество заказов. В первом полугодии 2022 года производство увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В компании наращивают объемы, ведь технологии производства были изначально обеспечены в России. За последний квартал количество сотрудников компании увеличилось на 20%. А всего на заводе трудится почти 600 работников. С 2019 года предприятие реализует нацпроект «Производительность труда». Обучение сотрудников по программе помогло снизить потери времени в два раза и увеличить выработку. Хороших вам новостей!